В нашу редакцию обратились жители Шереметьево-Песочни. Причиной обращения стал Шереметьевский пруд, который последние лет, наверное, 20 никто не приводил в порядок. А ведь эта природная жемчужина является поистине уникальной в своем роде. Здесь два вида уток. Цапли водятся, андатры, щуки, рыба. Вон рыбак сидит. И зимой, и летом здесь рыбаки ловят рыбу. В прошлом году администрацией города была предпринята попытка привести берег пруда в должный вид. Но эффективность приложенных усилий, по мнению местных жителей, к сожалению, недостаточно. У нас, в частности, что сделали? Покосили траву того берега с этого берега и убрали легкий мусор. На лодках проплыли, собрали бутылки, и на этом вся работа закончилась. Тяжелый мусор, типа вот машины там утоплены у нас, потом доски, всякие платформы там, от холодильников какие-то останки. Ничего этого не вывозилось и не убиралось. С другой стороны пруда образовалась другая проблема, причем не шуточная. Практически на берегу стоят многоэтажки, а сами берега не закреплены. Каждую весну жители домов наблюдают из своих окон, как прибрежная грязь постепенно сползает в воду. И этот вопрос полтора года назад пытались решить городские власти. Работу выполнили в сроки, но и здесь вопросы остались. Это было хорошее начинание, но сделали не очень хорошо, потому что через год эта береговая линия, которую сделали, она снова стала обрушаться. И всего-то жители района мечтают о красивом виде из окна, чтобы было где самим погулять и ребятне побегать. И ведь никто не открещивается от ответственности. Люди готовы помогать, высаживать кустарники, устраивать субботники. Но добиться по-настоящему серьезного результата можно только в тесном взаимодействии с городскими властями. К ним и обращаются жители с предложением о совместной работе.